Всем привет, друзья! С вами Маракаси. Сегодня будем открывать новые кейсы. Ну, как новые. На самом деле, немножечко опоздал с этими кейсами. Но, соответственно, все-таки решил их пооткрывать. Раньше у меня просто свободного золота не было на это. Сейчас решил купить 44 штуки. Это, может быть, там не так уж и много. Но давайте посмотрим, что выпадет из этих коробок, из режима царства теней, сокровища. Гениальное название, конечно. Так, стиль разбитое зеркало падает. Стили мне особо, если честно, не нужны. Танковый премиум аккаунт, резерва, 350 тысяч серебра, свободный опыт, 18 тысяч... И бланк переподготовки позволяет сбросить все навыки у выбранного члена экипажа. Расходуется при использовании. На самом деле, вот это вот полезная вещь. Давайте посмотрим, кстати, кратенько, что может выпасть. Из прем-танков 1,5% шанс выпадения. Это Леши, это Крачун, Кирвиц-1, КВ-4, КТТС, СТРВ-81, К-2, Гонсалу. Никакой из этих танков меня совершенно не впечатляет. То есть, на мой взгляд, выбор танков, ну, совершенно неинтересный. Члены экипажа тут интересные, у них своя озвучка есть. Поэтому, в принципе, кого-то из них выбить будет прикольно. Стили мне опять-таки не нужны особо. Ну, может, там могут пригодиться, но прям особой ценности они не несут. Я считаю, что самое ценное — это 3D стили. Ну, если брать именно вот внешний вид. Свободный опыт может пригодиться. Премиум аккаунт у меня и так дофига его. Бланки приказа. Вернее, бланки переподготовки могут пригодиться. Давайте открывать дальше. 10 коробок я открыл. Ничего интересного не выпало. Еще 10 открываю. Так, стоп, 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 друг. Не перекручивай этот момент. Дело в том, что в этом видео разыгрывается бесплатно золото. От 1000 до 10 тысяч золота. Один победитель в каждом видео. Если хочешь поучаствовать, напиши любой комментарий и укажи свой игровой ник. А вот победитель из прошлого видео. Ники принимаются только из мира танков, то есть из ру сервера. Так что рекомендую тебе это сделать. А золото сможешь потратить как тебе хочется. Можешь купить новые коробки от Лесты, а можешь какой-нибудь прям танк, а можешь свободку, и как тебе захочется. Всем привет, друзья, с вами Маракаси. Итак, давайте поиграем на сайте водки.ком. Попробуем выиграть сегодня какой-нибудь интересный приз. Может быть, это будет прям танк, может быть, коробки, а может быть, золото. Посмотрим, в общем-то. Так, 500 золота падает, ну, для начала сойдет. Также напоминаю вам, друзья, вот в самом низу, если прокрутить вниз, можно найти тут призы совершенно бесплатно. То есть 5 призов ежедневно, можно, соответственно, поучаствовать бесплатно и выиграть какие-либо призы. Так что участвуйте, если хотите поднять свои шансы, так скажем. Так, бесплатный был кейс. Шестой кейс тут бесплатно всегда. Выпал прям танк, это замечательно. В принципе. Давайте еще один кейс. И все, я думаю, хватит на сегодня. И так довольно удачно получилось. Так, 75 золота, ну ладно, окей. И также тут есть бесплатные кейсы.
Можно их открывать. Раз в день один кейс можно открыть. Но нужны специальные ключи, которые достаются или в акциях на сайте, либо при пополнении счета от 1000 рублей. Ну, кстати, если будете пополнять, решить тоже поиграть на сайте, то тут есть промокод мой Маракаси. Вернее, не Маракаси, а Супер777. Соответственно, активируйте его, получаете бесплатно 15% при пополнении. Ссылка на сайт в описании. Напомню, что Леста сделала так, что золото тут отсутствует полностью. Ну и также нету в этих коробках чего-то такого, ну вот, что эксклюзивное. То есть, в принципе, все танки, они были и раньше, ничего, ну леший, ну это по сути СУ-130ПМ, та же самая, по-моему, характеристики там не сильно отличаются, если вообще отличаются. Ничего интересного, опять-таки, не выпало. Премиум аккаунт мне не нужен совершенно. Кредиты, резервы на кредиты, ну, могут пригодиться, но у меня их и так дофига. На складе 1433 штуки написано у меня. Серебро и вот свободка, да, она нужна. Еще 10 штук открываем. Стиль, опять-таки, ненужный совершенно. Премиум аккаунт ненужный. Серебро, свободка может пригодиться, но свободки совсем мало, да и серебра на самом деле не очень-то и много. И опять бланк переподготовки, но он полезен. Так, осталось немножко у меня коробок. Так, Кощей бессильный выпадает мне, ну, уникальный. Член экипажа с боевым братством, нулевым перком. Это хорошо, в принципе. Декали, которые не сильно мне нужны. Ну, практически не нужны, можно сказать. Резервы на кредиты. 9000 свободного опыта. Все это, напомню, стоило мне 16000 золота. Или даже больше. Да, ровно 16 тысяч золота это мне стоило. То есть я мог гарантированно себе купить какой-то прям танк из тех, которые продаются за золото. Осталось у меня 4 кейса, ни одного прям танка мне не выпало. То есть кто-то скажет, ну, надо было донатить именно 70 коробок, чтобы гарантированно прям танк выбить, потому что только на 70-й тут гарантированно прям танк падает. Но, во-первых, я не хочу донатить, если честно. Во-вторых, ну и так видно, что что-то особо ничего интересного не выпало. Вот такой вот итог, честное открытие коробок. Из своих источников у меня золото. Соответственно, ну что могу сказать? Ну, как-то немножечко грустненько, если честно. То есть особо ничего не выпало, голда не выпало. Немного серебра выпало, немного свободки выпало. То есть мог бы эту голду перевести в свободку или в серебро, было бы гораздо выгоднее. Один уникальный член экипажа выпал. Но это ладно. Премиум аккаунт ненужный выпал мне. Ну и остальная всякая мелкая мишура. В общем, сами решайте, друзья, нужно вам это или нет, открывать эти коробки. Большой недостаток то, что 70-й коробки только гарантированно падает прям танк. Это очень большой недостаток, я считаю. И еще хотел бы отметить, что шанс выпадения всего 1.5%. То есть очень мало. Очень мало. Такие вот дела.